Здравствуй, мама, я пишу тебе письмо. Здравствуй, мама, у меня все хорошо. Светит солнце, все нормально у меня, а в горах стоит туман. Мать не знает, как мы ходим по горам. Мать не знает, как бывает трудно нам, как проходят наши юные года в Закавказье, где война. Под шум и взрыв гранат шагает наш отряд, а где-то вдалеке слышна стрельба. Под шум и взрыв гранат, где трассера летят, и от разрывов вся горит земля. Взлетает вертолет, но мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Молодыми мы приехали сюда, в Закавказье, где по-прежнему стрельба. Не забыть нам тех далеких дней, ночей и лица погибших друзей. Вот и дембель, вот вернулся я домой. Здравствуй, мама, я вернулся, я живой. Посмотрел я своей матери в глаза, постарела ведь она. Под шум и взрыв гранат шагает наш отряд, а где-то вдалеке слышна стрельба. Под шум и взрыв гранат, где трассера летят, и от разрывов вся горит земля. Взлетает вертолет, но мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. По ночам снова слышу взрыв гранат, просыпаюсь, вспоминаю тех ребят, так налейте мне бокал за тех парней, за тех, кто остались на войне. Под шум и взрыв гранат шагает наш отряд, а где-то вдалеке слышна стрельба. Под шум и взрыв гранат, где трассера летят, и от разрыва вся горит земля. Взлетает вертолет, но мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Назад.